Neboda anagelozo kalebo Якщо Грузія, яка вважається серцем, зразком успішної демократії на наших просторах, почне таке робити, то це розв'язує руки всім, кого вони звинувачують – Москві, Києву, Мінську, кому завгодно. Тому що ці режими можуть тепер прекрасно арештувати будь-якого журналіста-розслідувальника. Він реально є шпигун, він за визначенням є шпигун. А матеріали Сергія Лещенка можуть читати в Москві? Можуть. А в Тель-Авіві можуть агент. От. Тобто без жартів, це дуже поганий прецедент, який журналісти і фотографи всього світу мають зупинити. Бо інакше вони будуть наступними. Позволила себе бить украинского фотографа. Вот я пришел, да, и хочу сейчас, буду сейчас стучать в эти двери, да, и буду требовать, чтобы эта тварь или кто-то там пришел, да, пусть попробует меня вот точно так же бить, как он, короче говоря, вчера посмел бить фотографа. О, ты че? Отсюда уберите. Ты что, охуел? Товарищ милиционер, задержите его. Товарищ Ленин, можно мне пройти, да? Разрешите пройти, я хочу постучать в дверь. Разрешите мне, пожалуйста, я хочу пройти к дверям постучать. Я имею на это право или нет? Да, вы имеете право. Товарищ подполковник, я хочу постучать перед дверью. Я журналист. Ну, пожалуйста, я попрошу этого товарища журналиста отойти в сторону. Мы сами разберемся. Паша. Колено. В общем, я не стучался, они не открывают, дверь закрыта полностью и прочее. Но мое предложение остается в силе. Я готов лично, короче говоря, поговорить по-мужски с этой тварью, короче говоря, который позволил себе бить украинских журналистов. Вот еще раз, я еще агент ФСБ. И все. Давайте я еще пройду, если вы не считаете, что это, что я делаю провокацию, давайте я пройду сейчас в кафетерии еще. У меня было вот такое вот нормальное вот человеческое желание, да, набить морду, прости, да, этой твари, этому негодяю, да, который посмел вот бить украинского журналиста, бить человека вообще. Вот вообще, что это такое? Значит, в европейском городе Киеве, да, вот в центре города, да, пришел человек выполнять свои обязанности, снимать акцию одной из там украинских организаций, в частности Фемин. Что тут такого? Чего он его пошел убить? Ногами, короче говоря, по лицу. Это настолько просто вопиюще. Мы такого, знаете, вот я не любил там оранжевую власть, там вы не любите там бело-синюю, да, там все мы не любили власть Кучмы, да. Ну, я не помню, чтобы такое было, чтобы, ну, просто так вот взял охранник где-нибудь на Банковой, там, на Грушевского, так вот с бухты-барахты и начал там бить по мордасам человека. Ну, такого же никогда не было. Это просто настолько вопиюще, да, что я просто, знаете, я вчера дар речи потерял, когда посмотрел, так сказать, по-моему, у вас на сайте телекритики, короче говоря, вот этот ролик. Это просто ужас. Вчерашний, я бы так сказал, мягко говоря, ублюдок на территории Украины или уже, может быть, на территории Грузии. Он сказал, я это прокомментировать не могу, еще раз приносим свои извинения. И, видимо, они считают, что на этом инцидент исчерпан. Ну, собственно, и все. Все страшно.